Друзья, сейчас поделюсь с вами, когда вас тянет на соленое. На соленое тянет, когда артериальное давление падает. Это первый момент. И гипотоников тянет к соленому. Что делать с гипотоником? Первое, гипотоники могут поднять давление кофеином. Все таблетки, которые для гипотоников, содержат кофеин. Первое, мы берем чашечку кофе или чашечку крепкого чая, выпиваем, поднимаем давление, все, мы уже не хотим соленого. Момент, когда вас тянет на соленое, это ваши рецепторы плохо ощущают вкус еды. У меня был интересный случай в практике, когда мы снижали вес. Вася, привет, Василий Киселев, обожаю его. Василий рассказывает, говорит, я прихожу на рынок, и вы знаете, я покупаю огурцы, прошу помыть, и хочу этот огурец сочный попробовать. Я его кусаю, говорю, продавцу, зачем ты его сахаром посыпал, огурец? Он на меня круглыми глазами смотрит, говорит, я не сыпал сахар на огурец. Он сахарный, огурец сахарный. Вот настолько вкусовые рецепторы ощущаются, что ощущается сладость в огурцах. Вы понимаете, про что я говорю?